Привет! Вы на канале Кикидо. Что ты тут накалякал? Это не настоящая карта. Где настоящая? Вот все, что у меня есть. Отстаньте от меня, маленькие кровопийцы. Ну что, не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому. Хватит! Хватит! Еще хватит! Где настоящая карта с сокровищами? Да нет у меня никакой карты. Настоящую карту я съел. Ну что, Амина, придется резать его. Достанем карту из живота. Приступай. Тихо, 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 друзья. Вы что делаете? Маленькие кровопийцы. Я предлагаю вам выгодную сделку. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Какую сделку? Я вижу, у вас новый набор Лего. Да, новый. Исследование морских глубин. Да. Ну так вот, так как набор большой, я помогу вам его собрать. Заманчивое предложение. Но плюс к этому ты должен с нами поиграть. А у меня есть еще какие-нибудь варианты? Нет, морячок, это не обсуждается. В принципе, я согласен. Отлично, я знаю, что мы договоримся. Ну, маленькие жулики, я вам это еще припомню. Папа, решил спрятаться от нас? Сейчас мы тебя найдем. Аминка, пошли в домике искать. Ага, попался! Я же вам все собрал. Что вы хотите от меня еще? Так, а остальное кто будет собирать, а? Сами соберете, а я пока тут посижу. Так, настало время освежиться. Идешь собирать? Ладно, ладно, я согласен, иду. Товарищ капитан, кажется, мы на месте. Отлично, приступаем к работе. Отдать якоря. Как отдать? Зачем отдавать? Они же наши. Да никому не надо ничего отдавать. Просто спустите якоря в воду. Это команда такая морская. Так бы сразу и сказали, товарищ капитан. А то придумали какую-то команду непонятную. Отдать. Чего отдать? Кому отдать? Интересно, сколько же пролежал этот корабль на дне? Да это не важно, ты посмотри, сколько здесь золота. Да, золота, чувствую, здесь очень много. Ну ладно, ты стой здесь, а я поплыву на разведку. Давай, будь аккуратна. Ну что вам еще надо от меня? Дайте отдохнуть, маленькие кровопийцы. Да не бойся, пап, мы пришли тебе сказать спасибо за хорошую игру. И что ты самый лучший папа. Да не за что. А вы, друзья, пишите в комментариях, как вы заставляете ваших родителей играть с вами в разные игры. Ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!